Каждый день в Европе выбрасываются десятки тонн яичной скорлупы. Но знаете ли вы, что скорлупа может быть переработана в пластик, косметические препараты или даже пищевые добавки? Но есть одна проблема. Проблема, с которой ежедневно сталкивается это небольшое предприятие из Венгрии. Каждый год около 15 миллионов яиц перерабатывают здесь порошок, используемый при производстве макаронных изделий, выпечки и на предприятиях общественного питания. При этом остается огромное количество яичной скорлупы, и руководству компании довольно трудно избавиться от нее. Яичная скорлупа в промышленных количествах считается опасными отходами, потому что протеины, содержащиеся в подскорлупной оболочке яйца, начинают быстро разлагаться и становятся токсичными. Мы не можем себе позволить пользоваться услугами специализированных предприятий, чтобы избавиться от отходов и вывести их в места переработки. Для нас это слишком дорого. Но пленки под скорлупой богаты коллагенами и аминокислотами, и предприятия по переработке яиц могли бы предложить их для нужд косметической и пищевой промышленности. Но как отделить эти оболочки от скорлупы простым и доступным способом? Найти такой способ стало целью европейского научного проекта. Ученые создали прототип устройства, которое механически отделяет пленки от скорлупы. Отделенные пленки затем высушиваются при низких температурах, чтобы сохранить их качество. На финальной стадии высушенные пленки стерилизуются также безвредным способом. Мы используем ультрафиолетовое излучение. Ультрафиолетовые лучи проникают в бактерии и изменяют их ДНК, так что бактерии теряют активность и не могут больше размножаться. Таким образом, яичные пленки стерилизуются без применения химикатов или высоких температур. Они стерилизуются неинвазивным способом и таким образом сохраняют свои полезные свойства. Прототип устройства уже существует, и ученые считают, что они могут помочь предприятиям по переработке яиц превратить их отходы в ценный продукт. Ученые продолжают работу. Следующий этап – автоматизация системы. Мы хотим, чтобы производительность менялась в зависимости от размера предприятия по переработке яиц. Это может быть и 100 кг скорлупы в час, и 1000 кг в час. Если мы сумеем наладить отделение пленок промышленным способом, предприятия по переработке яиц смогут получать прибыль из отходов, которые раньше приводили только к тратам. Исследователи надеются, что их разработку можно будет купить года через 3 или 4, и считают, что это поможет повысить конкурентоспособность всего европейского птицеводства.